Двое жителей Махачкалы задержаны по подозрению в грабеже. Накануне в полицию Карабудахкентского района поступила информация, что 28-летнего гостя республики избили в селе Зеленоморск. После нанесенных ударов злоумышленники украли у пострадавшего более 1300 долларов США и скрылись с места преступления на автомобиле, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники правопорядка по горячим следам установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Махачкалы, 20 и 30 лет, которые сознались в содеянном. За то, что забрали деньги у турка. Подошел ко мне турк, как таксисту, я его возил по городу и узнал, что у него есть деньги. Позвонил своему знакомому и сказал, что у него есть деньги, и можно будет у него их забрать. У него барсетку забрали, а там деньги были. А потом барсетку тоже вернули к этому человеку. Деньги тоже не потратили, мы хотели обратно отдать к нему уже. И на следующий день утром, получается, полицейские приехали и забрали. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют возможную причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям.